танцплот номер 48. Баев Дерек. Борщ Андрей. Яченко Никита. Призыв идет абсолютно по плану. Традиционно наша Оренбургская область никогда не подводила страну, никогда не проводила руководство вооруженных сил области, организации призыва. И у нас нет никаких сомнений, что план мы выполним. Ноябрь – это как будет время такого окончательного разгона. Уже порядка 570 наших земляков призваны в ряды вооруженных сил. Весь декабрь будет еще идти направление войска. У нас эшелоны формируются для службы в Центральном военном округе, для службы в Восточном военном округе. Некоторые команды направляются на запад. Есть даже подразделения, которые формируются за счет призывников на берегу Черного моря. Ребята охотно идут служить на наши подшефные корабли, на подводную лодку. Поэтому все в штатном режиме. Слава богу, призыв идет, и я уверен, мы его с честью завершим. Серьезных проблем нет. Если проблемы возникают, они решаются оперативно. И я так думаю, что план выполняется и будет выполнен. 2481 человек мы должны направить в войска. У нас вся молодежь хочет служить на Черноморском флоте. Хотел бы в морской флот попасть, но попал. Не попал? Там, говорят, отбор очень строили. Но... Знаю то, что сейчас много привилегий, что можно служить. Ну и у меня есть желание даже остаться по контракту. Я надеюсь, что они будут добросовестными, исполнительными военнослужащими. Четко выполнять поставленные задачи, приказы командиров и начальников. Происходит строжайший отбор по многим критериям. Как вы считаете, здесь-то найдете себя? Естественно, везде можно найти людей достойных. У нас в России их же немало. Мы в армию идти должны, как все, потому что, как говорят мои предки, кто ослужил в армии, тот настоящий мужик.